В декабре фонд заработной платы в Казахстане вырос почти на 71 миллиард тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 557 миллиардов тенге. Более 21% этих средств, по данным аналитической службы Ranking.kz, были выплачены сотрудникам в качестве премиальных. Самые высокие премии под Новый год получили жители Мангыстауской области. В среднем плюс 116 тысяч тенге к зарплате. На втором месте астанчане, их бюджет пополнился на 85 тысяч тенге. На 30 тысяч тенге меньше жителей столицы получили работники в Атырауской области. Около 45 тысяч алматинцы. А вот самыми скромными оказались премиальные выплаты в Западно-Казахстанской и Кустанайской областях. К зарплате жители данных регионов получили в среднем около 10 тысяч тенге. Отмечу, что в целом фонд 13-й зарплаты увеличился на 19 миллиардов тенге по сравнению с 2013-м.